братство основателей. Шоу талантов. А женщины говорят навалить? Не знаю. А что? Я ненавижу, когда юлят, боясь сказать «пойду посрать». Мы редко используем такие обороты. Он пришел? Ты его видел? Я не знаю. Кажется, тебя все нормально. Нормально. Выглядите потрясно. О, пожалуйста, сфоткай нас вместе. Сейчас. За этим я и пришел. О, папочка. И ты тоже вставай. Да. Юху. Готовы? 3, 2, 1. Сыр. Отлично. Слава богу, лифчик с пушапом надела. Спасибо, мой маленький ручной документалист. А где Хелена? О, она тут разминалась джин-тоником и выглядела отлично. Ты в порядке, Пупс? Да, просто лет Клянусь, если она все запорит, я ее прикончу. Сказала девочка, которая блевала фонтаном уже на втором курсе. Я схожу, поищу ее. Женщина. Точно. Прости, ты женщина, героически заблевавшая общагу. Хватит. Ты уверена? Нашла ее? Посадила ее в такси. Она в порядке? Вполне, немного перебрала. Чего? Я серьезно? А может, это знак, что не стоит петь? Ау! Нет, даже не надейтесь. Теперь давай без шуток. Ты 3 недели нас готовила и знаешь и танец, и песню. Да, но он же здесь. А это еще один повод выступить. Джесси, ты что скажешь? Прости, я не слушала. А можешь повторить вопрос? Так больше жить нельзя, Райли. То, что сделал Брайан, это ужасно. Хуже того, тебе никто не поверил. Но нельзя же вечно сидеть в стороне, как отшельник. А то замкнешься полностью в себе и понаделаешь глупостей. Ты ведь была бойцом. Пора вернуться в строй. Если не ради себя, так ради подруг.